Здоров, бандит. Здравствуйте. Хотел бы вам сегодня презентовать такую вещь, которой у вас никогда не было и никогда не будет. Та-дин! Такая штука, вообще, честно говоря, она не сильно похожа на лазерь. Ну, в принципе, в моем понимании лазеря такой маленький брелочек был. Три батареечки пальчиковые, все, пальчиковые. Такие маленькие таблеточки, батареечки. И они вставляются, он такой красный светил, да? У вас тоже, ну, 94-го года. Какая разница, какого года? Я уже взрослый достаточно. Короче, это лазерь, блядь. Лютый нафиг. Это он, не знаю, мне напоминает вообще на какую-то движуху с «Люди в черном», что-то. Не было у них такой штуки, блядь. Папа. Какие-то инопланетяне, так что они улетают до себя на Землю. На свою Землю. На свою планету. Земля у нас одна. Земля. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Видно. Он без батареек не работает, странно. Хотя такой, короче, я покупал его год назад, он мне где-то уже полгода лежит, год. Я его покупал год назад за 375 злотых в гривнах. Это сколько, подожди, 80 долларов, да, где-то так, типа курс. Он очень долгожданный и востребованный, так как ждал я его около 2 месяцев, по-моему, с Алика. Реально подпаливает все. Блять, мне это все равно батарейки. Из-за сильного света ничего не видно, да? Для этого нам нужно выключить свет. Я думаю, мы сейчас притушим свою лампу. Прокройте, пожалуйста, маленькое колесико там. Он севший, по-моему. Короче, это такая лютая движуха, блядь, если подпалыть кого-то. Ай, блядь! Выключай нафиг. Вау, как он светит. Не, он севший уже. Так, он севший. В такой темноте нет, как должен светить. Ладно, давайте я сегодня не за лазер, а сегодня поговорим за что-то другое. Я могу вам рассказать историю, когда у Мата вы хотите. Я не знаю, что это будет, а вообще как видно. Там может базарить, я все равно пообрезаю. Нормально видно. Я поставлю на стоп. А, да, еще одно. Подписывайся, ставь лайк, если ты не баба Клава в кепке. Или если не жаба в кедах.